мастера по установке дверей Александра. Вот. Показываю работу выполненную, то есть внутри спальни. Вот показываю обзор. Угу. Работа качественная, добросовестная, делается как для себя. То есть мое мнение личное о мастере. Угу. Да. Показываем дальше. Уходим. Не бойтесь, это все дальше ремонт у нас происходит. Да. Все, ремонт. Показываем теперь снаружи, как она смотрится. Как двери-то по... Телескопические. Телескопические двери, да, да. Как говорит Александр, что они самые считаются сейчас хорошие. Так что покупайте, совет даем. Да. То, что сами видите. То есть открывается легко, ничего не слышно, закрывается. Можно, да. Ну, если даже сильного, допустим, также вот так делать. Да. Она уже закрывается, то есть тихо. Да. Показываем теперь ванну. Ванну вот так. Будем ванну показывать. Сюда пройди. Вот будем показывать это. Вот ванна, теперь ванна. Как выглядит ванна снаружи, то есть в сторону коридора. Тоже так же показываю, как закрывается. Угу. То есть тихо, бесшумно работает. Это у нас до этого ремонт здесь был, просто сейчас вот установили две двери, то есть спальню и ванну. С доборами. Да, с доборами. Все очень красиво, это пока скотч, чтобы после пены не отходило. Да. Вот. Можно закрыть. Да. Как ручки предложили в магазине, вот, закрывается, здесь вот имеет свет. Все-таки ванна, закрываете, телефон, все остальное нужно открыть. Что могу сказать по поводу мастера? Если честно, никогда не люблю обманывать. Сегодня с утра позвонил трем человеком. Ехал на работу, и то трубку не берет. Ну, видимо, не хотят деньги зарабатывать. Звонил Александру, 7-10 примерно. Взял трубку, сразу договорились. То есть по разговору не было там какие-то личные вопросы. Да, да, что. Договорились еще по контрольному звонке. Опять позвонили, приехал, и все. То есть как бы работа полностью ему понравилась, то есть делает как для себя. Советую вам обращаться тоже к нему. Ну, я как бы не могу тоже конкретно за него говорить, что для просто его, если честно, я его первый раз вижу. До этого наше видео было снято, потом сам Александр, я ему по WhatsApp его скинул, сам он его положил в Ютубе. В Ютубе как найти его? Александр Лан. Алло, как? Лан. Александр Лан. Еще раз повторяю, Александр Лан. То есть там можно посмотреть его жизненно, все как дело так готовит, и все, я еще сам смотрел, буду смотреть. Так что до свидания всем, всего доброго. Да, ставьте лайки. Лайки, подписывайтесь на канал. Да. Вот. Все. Давайте. До свидания.